Ты там конвоем поехали. Чё? Конвоем поехали. Какой конвой? Где конвой? Я говорю про вас. Трейди все еще тормозит. Тормозит? Угу. Ну, в смысле, тормозит, я имею в виду. О, батарея. Ну, я понял. Сейчас мы с ним пообщаемся. Пользователь пришел в твой канал. О, чё, типа ночь, да? Ночь, улица, фонарь. Так-так. Лунный свет, лунный свет. Я, чё будто вверх тут делать? Ну вот я вам скажу, если... Если там получается, вот сейчас вот будет, короче, на секторе, блядь, конкретные стены, то там не получится, блядь, гнезда ставить на. Там получится, конкретные, блядь, стены. Там надо, даже высадиться. Там надо будет, блядь, там, да, там надо будет просто идти вручную рашить, хуярить. Да, рашить, рашить. Да. Да. Опять вы со своими застройками сектора. Зачем нет, застроить там, сектор? Там не получится. Там единственное, можно будет на маленькой молоко, вертолете. А ты где выцепил такой этот скин, слышь? А нашел где-то, я не знаю, мне так сам порадовал. На казарме, хуя по-моему. Себе. Заебатый, кстати, скинули. Да, вообще классно. Купер. Чего пользователь? Не, на С как называется. Вон, бандосы захватили мост, пацаны. Босы. На С забыл, как называется. То есть сектор не будем пробовать? Нет никого. А, на секторе нет никого? Да, тут вся администрация лазит. Скажу, как называется. Другого нет. Расскажи прикольненько тогда. Да вообще. Кстати, скажу, соглашусь с Олегой. Нет. А я был там, в самом деле уже.